Они нам везут неизвестно что. И что мы тут едим? Лучше свою продукцию кушать. Как же бедные, которые страдают? Ну, бедные, чего? Они от... домам пусть отдают. Да. Они это отраву только будут есть, бедные. Чем отраву есть, лучше вообще ничего не есть. На картошечке, на хлебушке, на мурачке. Ну, вообще-то не очень-то это может быть и правильно. Лучше продавать и доход там на нужное дело. Я считаю, что все, что делается, конечно, в стране, это делается ради укрепления, естественно, нашей страны. Поэтому ничего сказать более не могу. Да пускай. Но Россия богатая, я патриот. Считаю, что нельзя уничтожать продукты. Отрицательно, очень даже. Потому что у нас очень много бабушек голодает, лучше бы бедным раздали. Очень хорошо, что нам не нужны плохие продукты, нам нужны хорошие, качественные продукты. Положительно. Да потому что у нас своих продуктов должно хватать по сути, по своей вообще. У нас изначально Россия, мы вообще все свое должны были есть, пить и кушать изначально. Не против. И соседи не против, и друзья не против. Вы знаете, я, наверное, все-таки положительно. Поскольку мне кажется, что самое главное, чтобы развивалось наше производство, это первое. Второе, это ответ на санкции, а не выдвижение каких-то новых санкций. И я так думаю, что если по-доброму будут относиться к нам, то точно так же по-доброму будем относиться и мы. Российский народ очень дружелюбный народ и никому не хочет плохого.